Про найголовніше за 19 вересня поговоримо з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас, як завжди, бачити. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, дійсно маємо насичений день четверга, але перед тим, як почати нашу з вами розмову, ми традиційно тут спочатку звертаємося до нашої шановної аудиторії, хто просто зараз дивиться цей стрім, або подивиться пізніше, ввечері, в записі. Прямо зараз ставте лайк, напишіть коментар, ваше місто, ваша країна, звідки ви нас дивитесь, знаємо, що вас дуже багато, от прямо зараз напишіть, тому що це допоможе в просуванні цього відео, і потім його почують і побачать якомога більше людей, а в період інформаційної війни це точно важливо. Пан Романе, починаємо з новин, які нас точно не можуть натішити. Видання Форбс вийшли з певною аналітикою, та назвали два сценарії для Росії. Найоптимістичніший сценарій для Росії полягає в тому, що в Торопці було лише кілька балістичних ракет і все, і фактично... І в кінцевому підсумку може бути змінено, можливо, першу партію ракетної зброї, що надійшла з Ірану, про це пише Форбс. А найгірший сценарій для Росії полягає в тому, що там в Торопці втратила значну частину своїх найкращих боєприпасів для атак вглиб України. Про це переконують аналітики видання Форбс. З тих відео, які ми бачили у мережі, очевидно, що там... не одна тонна, мабуть, вибухівка і артилерійських снарядів, і ракет. От питання до вас, як до військового аналітика, до якої ви версії схиляєтеся? Скільки часу знадобиться росіянам, на вашу думку, для відновлення тих запасів? Та як це безпосередньо зараз же може змінити ситуацію на полі бою? Исходя из того видео, которое, по крайней мере, завирусилось уже в сети, можно сказать, что там 1000 тонн боеприпасов были взорваны, причем несколько взрывов и амплитуда землетрясений, которые там были, до 3 баллов. А это реально очень серьезные цифры. Потому хорошо это или плохо для России, но это точно хорошо для Украины и для украинских войск. Та часть боеприпасов, которая была отминусована на этом складе, уже никогда не попадет на головы наших украинцев, наших вооруженных сил Украины в том числе, ну и гражданского населения и инфраструктурных объектов. То есть именно так надо их уничтожать. Оптимальный вариант уничтожения боеприпасов в местах их складирования или производства, или носителей этих боеприпасов. Там были действительно большое количество ракет, и северокорейские, ну есть информация, северокорейские КН-23, Фатехи-300, 60-е иранские, часть кинжалов и Искандер-М. Ракеты Искандер-М — это помимо того, что боеприпасы, в основном авиационные бомбы, которые были складированы в подземных бункерах, то есть в бетонных хранилищах. А это все практически взлетело на воздух. Потому плюс тут большой, конечно, Украине. Но таких складов у россиян больше десятка, такого уровня, по крайней мере. В радиусе наших средств поражения, досягаемости наших средств поражения, ну где-то 7-8, так это точно есть. И в принципе, если это только начало, скорее всего, это только начало, то впереди мы еще услышим не один такой взрыв. Очень быстро рассредоточить такого уровня склады невозможно, просто невозможно. Это иногда уходят месяцы на рассредоточение и на перевозку. Во-первых, надо подготовить площадки, во-вторых, надо специальный транспорт создавать, коридоры. То есть это такой серьезный процесс. Набивают склады боеприпасами годами, иногда 5-7 лет забивают склады для того, чтобы на определенное длительное хранение. Вот таких складов на европейской части России до десятка. Ну, 7-8 по радиусам нашей работы. А еще часть складов уже за Уралом. Там тоже есть определенное количество такого рода складских, но они практически все сейчас переброшены, то есть на европейскую часть. Идут боевые действия, потому большая часть российских средств поражения, они как раз на европейской части, а у нас сейчас появляются уже наши, и в наши в том числе, имеется в виду наши дальние механизмы уничтожения такого рода складов. Я думаю, это только начало. Мы еще не один раз порадуемся за россиян в этом смысле, что мы их отминусуем, обезопасим от боевых веществ. Пане Романе, віримо, що і відмінусуємо усі 48 майданчиків та спеціальних центрів, про які сказав Путін. Вийшла заява від диктатора, він анонсував виробництво БПЛА на 48 майданчиках, як він сказав, і спеціальних центрах. І також у російських терористів можуть з'явитися 1,4 до майже 1,5 мільйона БПЛА різних типів цього року. Про БПЛА, 1,5 мільйона БПЛА майже різних типів, наскільки це багато або навпаки, йдеться, на вашу думку, про БПЛА саме власного виробництва російського чи не тільки? І сюди можуть входити так само і дрони камікадзе «Шахед». Узлы-агрегаты россияне практически производить не могут к высокоточной технике, и военной в том числе. Потому, скорее всего, это имеется в виду, и говорится о крупноузловой сборки, а производить элементную базу и некоторые части беспилотников — это китайские, иранские предприятия и, может быть, еще с других стран мира, потому что мы находим иногда и в беспилотниках, и в ракетах элементную базу европейскую, и американскую, тайваньскую, в общем, со всего мира практически. То есть такая сборная солянка, и россияне, в принципе, понимая, что у них нет производства элементной базы, они ее закупают. А вот произвести уже, то есть крупноузловую сборку россияне однозначно могут. 1,5 миллиона – это рабочая цифра в год беспилотников, которые, в принципе, с технической точки зрения россияне точно произведут. Потому для нас это уже точно проблема, и вот эти все площадки, их надо также прорабатывать. Как площадка, допустим, была проработана, если вы помните, такое хорошее эпическое видео, когда заходили наши беспилотники самолетного типа «Ниндзя» с боевой частью ФАБ-100, то есть это фугасная авиационная бомба 100-килограммовая. Вот она работала по Татарстану, по одному из механизмов сборки вот такого уровня, вот по одной из такой площадки. То есть помимо того, что нам надо будет уничтожить большое количество и стратегических складов, оперативных складов, это стратегических там десяток, оперативных сотни, их надо уничтожать. Плюс вот эти площадки, о которых говорит Путин, их также надо будет попытаться отминусовать. Почему? Потому что большая проблема в беспилотниках у нас, большая проблема от беспилотников российских, на лінії бойового соприкосновення, да і, в принципі, за ній в тому числі. Пане Романе, втім, давайте поговоримо більше детально і про мобілізаційний ресурс росіян, бо за даними американського видання Wall Street Journal, керівництво Міністерства смерті оборони РФ Росії продовжує тиснути на лідера Володимира Путіна з вимогою оголосити нову хвилю мобілізації, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Кремля на полі бою в Україні. Тут ще додалась Курська операція. От якби ви оцінили на даний момент мобілізаційний ресурс росіян, наскільки його вистачить в перспективі місяців, можливо, років, та чи дійсно нині Кремлю так потрібна нова хвиля мобілізації? Вот когда Министерство обороны начинает что-то запрашивать, здесь сразу возникает такой вопрос коррупционный. Вот на данный момент у россиян становится в строй каждый день практически 1000 российских федераций. Они собирают по всей России, там больше 1000 городов, мы уже неоднократно об этом говорили. Один федерал в сутки в городе становится в строй, ему выплачивают, вот здесь очень интересно, ему выплачивают определенное подъемное пособие от 10 до 20 тысяч долларов. Потом ему начинают платить денежное содержание в районе 400 тысяч гривен. Здесь Министерство обороны, может только как-то рассовать по карманам какие-то копейки. И если нет принудиловки как таковой, за которую можно получить мзду, у них же тоже такие мздуны из Министерства обороны, в принципе, как и у нас в том числе. Так вот, российские министры, я так понимаю, смотрят на наше Министерство обороны и облизываются. То есть у них такого механизма нет. Механизма откупиться от призыва. И потому они сейчас пытаются Путина допрессовать, в конце концов, чтобы он им дал этот коррупционный механизм, чтобы они сначала зашугали бусиками россиян, а дальше начали требовать откупные от постановки в строй. Это стандартная работа военкомов. Они на этом себе места на Бали заработали. Это как минимум стартовые. То есть вот это, скорее всего, основная задача. Вернее, задача, основная причина того, почему Министерство обороны давит на Путина. Еще раз повторюсь, на наших посмотрели, им сильно понравилось. А реальные таких сейчас предпосылок постановки в строй принудительно мобилизованных у России нет. У них идет поток мобилизованных, только не мобилизованных, а в основном под контракты, то есть контрактников. Идет определенный поток, и в принципе они мотивированы, то есть хорошая мотивация финансовая. А дальше идет определенный уже профкомиссия, отбирают профпригодных. То есть им на данный момент мобилизации принудительной не нужно. Это только коррупционная тема. Россиян у Путина может возникнуть такая проблема, если нам, допустим, наши партнеры передадут достаточно большое количество вооружений, особенно технологических, новых технологий, для того, чтобы мы могли работать хотя бы до Урала, то есть с дальностями до 2000 километров. Ну, это вплоть до томагавков. То есть, грубо, если появится у нас томагавки, большое количество самолетов, то тогда россиянам придется ставить строй, в том числе и мобилизованных по принудительную мобилизацию, если не вытянет, конечно, финансовая мобилизация как таковая. Но еще раз повторюсь, на данный момент таких посылок нет абсолютно никаких, кроме коррупционных. Пане Романе, ну фінансова мобілізація в Росії доволі така непогано, тому що, пам'ятаєте, було повідомлення про те, що Москва виплачуватиме контрактниками майже 2 мільйони рублів за згоду йти на війну проти України. Це лише за підписання контракту, а окремо ще плюс виплати за виконання бойових завдань на території України, точніше вбивства, які росіяни по цей день на території України спричиняють. Пане Романе, до наступного, до ймовірності масованих атак з боку країни-агресорки Росії, що Росія, ймовірно, може готуватися до атаки. Трекінг про це пише, і пише про 14 бортів Ту-95МС на аеродромах Оленя і Енгельс-2. На аеродромі Оленя було зафіксовано 9 Ту-95МС, на аеродромі Енгельс-2 – 5 Ту-95МС. Враховуючи те, що декілька днів тому, а саме 17 вересня, на Енгельс-2 знову прилітав черговий транспортний літак Ил-76, це вже четвертий рейс з 10 вересня, чи може це свідчити про дійсну підготовку масованого удару з боку країни-терористки Росії? Технически россиянам, чтобы подготовить массированную атаку, допустим, сотен, полутора, двух сотен ракет и шахедов, надо около месяца. То есть они вот атаку 26 августа готовили где-то около месяца. Вот с 26 августа прибавляйте еще месяц и подготовка атаки, ну плюс-минус неделя, она может быть, она уже технически готова. Все будет зависеть от количества ракет, которые перевозятся, маршрутизируются, проводится определенная работа и с ракетами, и с самолетами, идет подготовка летного состава в том числе. То есть это целый такой план мероприятий, которые проводятся перед массированной атакой. Вот она, в принципе, она уже готова. То есть исходя из, допустим, техники подготовки, она уже, в принципе, готова. Будут ли россияне, допустим, наносить ее сегодняшней или завтрашней ночью, ну, будет зависеть от степени, может быть, целесообразности, вернее, нанесения именно сейчас. Хотя, исходя из некоторых действий россиян в предыдущих атаках, было видно связка некоторая с поездками наших руководителей в Америку. То есть как только наша делегация уходила в Америку, для того, чтобы перебить информационный положительный поток от общения наших военных руководителей, военно-политического руководства с американскими, для того, чтобы прекратить этот положительный поток, россияне наносили удары, причем не только по энергосистеме, не только по военным объектам, а и по гражданским, для того, чтобы вызвать такую легкую панику с одной стороны, а с другой стороны перебить, еще раз повторюсь, этот положительный поток негативом по погибшим украинцам. И я думаю, и в этот раз россиян ничего не остановит, то есть во время нахождение нашей делегации в Америке, в это время они могут нанести эти удары. Плюс-минус там может день, то есть грубо уже, ну вот ближайшие там до 25 числа, до 24, до 25, так это точно. Ну, с точки зрения технической готовности. Ну а дальше будет зависеть, конечно, все от целесообразности использования большого количества ракет. Тому, шановні глядачі, не забувайте під час повітряної тривоги користуватися і укриттями, і правилом двох стін. Це дуже важливо, особливо в період, дійсно, коли, як пан Роман каже, наш президент, наша делегація, можливо, поїде в Сполучені Штати Америки та в інші країни наших партнерів. І також, от, пан Романе, в продовження теми нашої військової підтримки, уряд Німеччини в четвер, 19 вересня, тобто сьогодні, оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема, туди увійдуть 22 танки «Леопард А-5» запчастинами та 22 броньованих автомобілі з захистом від мін та засідок і багато іншого, тут треба додати. Пане Романе, наскільки це багато чи мало зараз в умовах того, що зараз відбувається на фронті, та в контексті, як ви вже проговорили, візиту президента в Сполучені Штати Америки, там, можливо, інші країни, які, можливо, військові пакети допомоги нам ще слід очікувати? Германия одна из стран Европы, которая очень много нам помогает в течение этого уже третьего года, а реально еще с 2014 года. Реальная помощь, шла военная в том числе. Как бы там Меркель не пыталась вместе с Порошенко сдать Донбасс, но именно военная помощь и инструкторская, и информационная, разведывательная информация. С нами делились немцы еще тогда. А уже после 22 года, когда Путин масштабные атаки начал планировать и проводить. Германия одна из первых стран, которая подставила плечо, понимая и свою ответственность с одной стороны, с другой стороны, имея определенные возможности, финансовые и военные в том числе. Причем очень грамотно подошли к этому вопросу, запустили свою экономику примерно так, как Соединенные Штаты. Но они это, у них военная экономика довольно-таки, ну, военное производство довольно-таки серьезное, тем более пока Меркель руководила, она практически угробила и европейскую безопасность, и в том числе и германскую. Почему? Потому что, ну, Бундесвер практически в 2 раза потерял боеготовность. И вот они, восстанавливая свою боеготовность, помогали еще и нам. И вот сейчас продолжают это делать. 2 роты танков, ну, 22 танка, рота это 10-11 танков. 2 роты танков, они усилят, ну, 2 наших батальона, штурмовых батальона. Так это точно, если будут усиленные батальоны рассматриваться. Потому это большая помощь, особенно сейчас, тогда, когда у нас не хватает того количества сил, средств, которые нам надо для того, чтобы остановить противника на востоке. Мы там просыпаемся по некоторым позициям, да, даже эти 2 роты танков, пусть это леопарды первые, они неплохо выполняют задачи артиллерии, иногда работая прямой наводкой, в том числе довольно-таки точная пушка. Там есть ствол, который выдерживает большое количество выстрелов. Потому плюс большой, конечно, и большое спасибо Германии за такого рода помощь. Я думаю, европейские государства, которые так же, как Германия, видят, ну, во-первых, могут участвовать в этой помощи и видят необходимость в участии, они однозначно будут нам помогать. Сейчас идет поток помощи, это видно и по линии боевого соприкосновения, по информации с мест, которую мы получаем от наших бойцов, о том, что появились действительно по некоторым позициям, особенно аварийным, достаточное количество боеприпасов, пока еще с техникой проблема, с личным составом проблема, именно с профессиональным личным составом, которых могли бы поставить в строй в свое время, но только не сделали этого, потому что другой шаг был выполнен. Вот тот, о котором мы с вами говорили, больше коррупционный, связанный с принудительной мобилизацией. А в строю должны стоять профессионалы. Я думаю, к этому в конце концов придет под давлением обстоятельств. Другого варианта нет. Сейчас поставить в строй только силовиков, которые мотивированы и профпригодны. Потому, я думаю, весь этот комплекс мероприятий, естественно, с помощью наших партнеров приведет к стабилизации, как минимум, по направлению Востока, ну и к положительной динамике в районе Курска. То есть там довольно-таки хорошая положительная динамика для виконання задач по цьому направленню. Пане Романе, стосовно Курської області, окупанти нині перекидають техніку із Херсонського напрямку до Курської області. Перед цим вони ремонтують цю техніку в Криму. Про це повідомляв партизанський рух Атеш в своєму телеграм-каналі. І агенти відстежили переміщення озброєння і боєприпасів військової техніки 810-ї бригади морської піхоти Російської Федерації. Чи вказує ось це на нестачу озброєння на Курському напрямку, зокрема бронетехніки, так, і які намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, такі як Херсонський? Ну, дело в том, что если 810-е части 810-й бригады, 155-й бригады морской пехоты, 106-й Тульской дивизии, они находятся на направлении Курском на данный момент, и они, естественно, перебрасывают свою технику, то есть та, которая придана к их частям, и, естественно, там части есть 810-й на Херсонском направлении, и потому они внутри своей бригады перераспределяют военную технику, почему и тянут ее с Херсона или там через Крым, восстанавливая, опять же, на своих базах, проходят практически 1500–2000 километров по большому кругу, но тем не менее используют, вернее, включают эти механизмы, потому что это их техника. Ну, так сложено вооруженные силы в Российской Федерации. Пытаются, во-первых, понимая, что у них нет возможности ее ремонтировать в районе Курска, там, во-первых, мы достаем средствами поражения, а во-вторых, просто нет там ремонтных мастерских, они еще до сих пор их туда не перебросили. Потому ремонтируют все в Крыму. На базах 810-я, это Севастопольская бригада. Потому на этих базах они там ее и ремонтируют. Но это небольшое количество боевых бронированных машин, там десятки, не более того. Пане Романе, також давайте поговоримо про більш глобальні речі. От генсек НАТО Столтенберг вийшов з цікавою заявою про те, що найшвидший спосіб закінчити війну – програти її, але це принесе російську окупацію. Тут, ймовірно, йдеться про окупацію вже інших країн, можливо, країн Балтії, Польщі. На вашу думку, що ця заява означає? Чи є тут якась прив'язка до мирного плану, який, можливо, представить Україна вже найближчим часом? І загально, що ця заява означає в контексті глобальних речей і безпеки в світі? Дело в том, что последнее время, особенно последние несколько недель, уж очень много и политиков, и бывших военных, и руководителей государств, и экс-руководителей высказались на тему боевых действий на территории Украины и на территории России, в том числе и нашей войны с Россией. Причем больше эти высказывания, я так понимаю, для какого-то самопиара или обозначения себя, по крайней мере, в теме. Иногда без привязки, прямой привязки и вообще возможности разобраться в боевых действиях, в задачах, которые стоят перед Украиной, перед украинским обществом, перед украинской армией в этой войне. И вот эти задачи сейчас начинает обозначать наше военно-политическое руководство, используя площадки разные медийные. Вот сейчас будет использоваться площадка Организации Объединенных Озабоченных Наций, как я ее называю. Толку с них никаких, они делать ничего практически не могут, то есть действий никаких эта организация провести не может, обезопасить государство от вторжения других государств не может, но как медийная площадка ее можно использовать, и обозначение цели, это очень важно. Сейчас наша делегация едет как раз на эту площадку, в том числе и для контакта с руководителями Соединенных Штатов Америки, обозначить цели, причем цель уже обозначена. Победа Украины в войне против России. Вот с этим посылом сейчас едет наша делегация, потому я почему и предупреждаю, что надо быть аккуратным в этот момент. Россияне могут нанести реальный такой серьезный удар ракетный для того, чтобы ответы или помощь нам в выполнении этой задачи победы над Россией, ее как-то с информационного поля убрать. Могут наносить довольно-таки серьезные террористические геноцидные атаки. И вот это как раз основное, наверное, то, о чем можно проговаривать в контексте поездки, во-первых, нашей делегации, а во-вторых, в высказываниях некоторых лидеров или постлидеров, экс-лидеров некоторых государств, которые нам в том числе еще и помогают. То есть это надо с этой точки зрения смотреть. Все, что будет ложиться положительно в выполнение задачи победы Украины над Российской империей, это должно восприниматься положительно. Все, что будет ложиться в поперек выполнения этой задачи, это значит отрицательные моменты, которые надо просто отбрасывать и не мультиплицировать в информационном потоке. Пане Романе, разом з цим в Росії пригрозили ракетним ударом по Страсбургу, якщо Україні дозволять бити західною зброєю по території Росії. Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, коментуючи новину про те, що Європарламент закликав зняти з України обмеження на удари по території Росії. І він сказав наступне, процитую. Перш ніж приймати таке рішення, треба було згадати уроки Другої світової війни. Тоді у боротьбі з фашизмом загинуло 27 мільйонів радянських громадян, саме наша країна звільнила вас та всю Європу. Єдине, що має зробити після такої заяви Європарламент – саморозпуститися. Для довідки він сказав до Страсбурга час підльоту ракети «Сармат» – 3 хвилини 20 секунд. Кінець цитати, сказав Володін. В принципі, ми бачили і чули неодноразово погрози завдавати ударів саме цією ракетою по різних країнах. Ми всі бачили відео, як в Москві, в Петербурзі та в інших російських містах їздять машини з паперовою ракетою «Сармат» і вигукують пісню по центру прийняття рішення на Вашингтон чи ще кудись. Ми це сприймаємо з іронією, так? Ми це не сприймаємо всерйоз, що так може статися, що Росія запустить ракету «Сармат» на Страсбург чи якесь інше місто. Проте, як це будуть сприймати в Європі, як це будуть сприймати країни НАТО, чи це всерйоз, на їх думку, може бути, чи все ж таки сприймають як залякування? Всерьез точно воспринимают военные. То есть военные всегда любые угрозы воспринимают всерьез, заготовятся к самому худшему сценарию. Поверьте, военные НАТО, стран НАТО, они уже готовы к этому сценарию, были еще до того, как «Сармат» вообще стала на боевой дежурстве. Потому, зная, естественно, механизмы подготовки, планы и так далее и тому подобное, как только будет не то, что мысль, возникнет запустить ракету по Европе, только наметки мысли будут в головах у российского военно-политического руководства, поверьте, эти головы будут снесены высокоточными ударами, не ядерными, естественно. Там есть чем бить, и не будет возможности использовать эту мысль, даже недоговоренную, непроговоренную. А вот то, что пытаются давить россияне на Европу, в том числе на принятие решений, говорит по этому вопросу, по ударам в тыл российских войск и Российской империи. Это говорит о том, что они очень сильно обеспокоены, просто неимоверно обеспокоены, и понятно, почему это обеспокоенность. У них все склады основные, голые. Голые имеется в виду то есть нет механизма противопоставления каким-то ударам. Вот это показало последний удар по 107-му центру. И таких центров больше десятка, и они голые, в смысле нет ПВО такое, которое могло бы защитить от ракет до небольшой дальности, по крайней мере. Это же еще не стратегические ракеты, это малой и средней дальности ракеты выполняют, или беспилотники такого рода задачи. Так вот, они просчитали, они поняли, что они в течение нескольких недель могут остаться вообще без стратегических запасов. И там этот «Сармат» еще потом будут по частям вытаскивать из бункеров, уже взорванный, то есть подорванный. Это их, конечно, бесит, с одной стороны, а с другой стороны, деваться ж некуда. Ну, надо ногами постучать, создать какой-то информационный шум, а тем более решение-то уже, по большому счету, сформировано. Мы уже видели, почему-то россиян и бесит. Решение Европарламента уже есть, запрос и предложение, и требования в том числе. И потому для нас это тоже такой большой положительный момент. Я просто хочу подчеркнуть реакцию россиян на это решение. То есть там уже истерика начинается. Истерика, которая переходит в угрозы, которые никогда не будут исполнены. Они прекрасно понимают, что для них это чревато. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику, за ваші чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник запасу Української армії, традиційно відповідав на найголовніше питання цього дня. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк на підтримку аналітика Романа Світана. Також напишіть коментар, можливо, ваше питання до пана Романа Світана, ваша думка щодо тих тем, які ми обговорювали. І напишіть традиційно ваше місто, звідки ви нас дивитесь, бо лише так це відео потім подивиться якомога більше людей. І побачимось в ефірі на 24-му.